Неожиданная победа. Меган Маркл и принц Гарри все же смогут назвать благотворительный фонд в честь сына. Ранее супруги столкнулись с премудростями бюрократической системы США и в итоге проиграли в первом раунде. Есть и хорошие новости в семье принца Гарри и Меган, которые после переезда в США постоянно сталкиваются с новыми трудностями. Так, в середине июня супругам отказали в регистрации благотворительной организации под торговой маркой Archwell, которую они выбрали из-за имени своего сына Арчи. Оказалось, что Меган и Гарри вовремя не подписали необходимых для регистрации документов и не оплатили необходимые пошлины, а также довольно расплывчато описали суть своего патента. Во всяком случае, так заявили специалисты ведомства по патентам и торговым знакам США. Герцогу и герцогине Сассекским дали время до 22 августа, чтобы переписать заявление и вновь подать необходимые документы. Но у пары возникло еще одно препятствие на пути в виде возможного конкурента. По сообщениям британского издания Daily Mail, некий Скотт Кантро, один из сотрудников организации по здравоохранению в Нью-Йорке, собирался также зарегистрировать свой патент Archie Cares. А это имя частично перекликалось с названием торговой марки Гарри и Меган. Более того, свою заяву на регистрацию он подал раньше пары и имел существенное преимущество перед ними. Однако теперь герцоги Сассекские могут вздохнуть более свободно. Мистер Кантор также стал жертвой бюрократической системы США, то есть не предоставил нужных бумаг. Но в отличие от Гарри и Меган, он не успел вовремя ответить на вопросы государства, а значит его вопрос на регистрацию аннулирован. Что же до принца Гарри и его возлюбленной, у них по-прежнему есть время на то, чтобы привести свою документацию в порядок и не придумывать новые имена своей организации. Это имя имеет большое значение для Гарри и Меган. Было бы унизительно идти на попятную и придумывать нечто новое и совершенно другое уже после того, как они объявили всему миру свое название, сообщил издание «Анонимный источник». Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки и пишите комментарии под видео, а также жмите на колокольчик и получайте уведомления о наших новых видео. Впереди еще много интересного. Благодарим, что вы с нами.